Всем доброго дня и хорошего настроения, друзья. Охотники по карпу сегодня тренируются у нас перед третьим туром, который будет проходить, финальный тур, который будет проходить 21 августа. Здравствуйте. Всем привет. Расскажите, пожалуйста, да, что сегодня вообще по рыбалке? Рыбалка трудовая, жара очень сильная. Рыба, в принципе, поклевывает, но надо подобрать ключ к рыбе. Так, вот сейчас начались поклевки, сидели 2 часа, поклевок вообще не было. Рыбка начала где-то поклевывать с... сколько сейчас? Час где-то уже. Начало первого, да. Вот начала рыбка поклевываться. Потихоньку, вот товарищ у меня вот сидит, 2 карпиков тоже поймал. Пробовали что-то менять? Может быть, вопрос в дипах, вопрос в прикормке, вопрос в наживке. В чем? Что пробуешь? Крючок теперь... и поводок. Вот в чем дело, да? Да. Меньше крючок ставишь и тоньше поводок, и рыба начинает более-менее клевать. Чем деликатнее снасть, тем выше результат, да? Да. Будьте добры, покажите, что у вас сейчас будет. Время, впрочем, близится к обеду, и поэтому хочется вам сказать хорошего отдыха, ни хвоста, ни чешуи, и давайте подбирайте ключ.